Изящный взмах кисти, и на белом листе появляется набросок жемчужины Самарской области – вечернего села Ширяева. Дарья Михайлова гордится своей малой родиной и страной в целом. В конкурсе «Я рисую Россию» она участвует с мамой. Задача – нарисовать будущее и настоящее своей страны. Дарья говорит, Россия и родные края ее восхищают. Особенно близки сердцу просторы Самарской Луки. Очень красивая местность, могла бы назвать ее даже волшебной. И я пересматривала фотографии с того мини-путешествия и решила запечатлеть это на листе, потому что это невероятно красивое место. Мы даже на теплоходе встретили иностранцев, итальянцев, которые приехали туда посмотреть на нашу прекрасную природу, и они просто были в восторге. Определиться с идеей, что именно нарисовать, девушке помогла мама. Наталья Михайлова рассказывает, с детства поддерживает все инициативы дочери. Родила всегда активной, я всегда ее поддерживала. Куда бы она ни хотела, мы никогда не отказывали ей. Прям с маленького. Вот, хочу сюда записаться, в такой кружок. Значит, мы идем, записываемся в такой кружок и ходим, занимаемся. Там она приходит, ой, мам, мне здесь неинтересно, я вот хочу себя здесь. Мы постоянно всякие кружки посещали, пробовали, искали себя. В завершении конкурса участники должны сфотографировать свои работы и выложить в социальные сети с хэштегом «Я рисую Россию». Пройдя по этому хэштегу, можно увидеть все работы. Мария Левина, «События».